Итак, друзья, всем добрый день. С вами Вячеслав Кипкаев. И продолжение видео вчерашнего про плату управления, которую я переделал. Вот я ее поставил. Вот она, эта релюшка, которую заменил. Вот с этого места. Ну, сейчас я еще собирать буду. Вот стоит котел, крышку я снял. Значит, что у него было? Вентилятор и прессостата, про который говорил, якобы наладчик, что она неисправна. Но все было дело в плате. Вентилятор не запускался, вот этот. Соответственно, плата не давала команды на пуск у нее. Релюшка была сгоревшая. Вот. Мы ее заменили. И сейчас будем запускать котел. Так, ну я сейчас в режиме ГВС его запускаю. Так, горячего снабжения. Вентилятор стартанул. Запускаю, открываю воду. Вентилятор стартанул, вот котел запустился, вот вышел на полную мощность, вода на кухне, вода идет горячая. Сейчас я его соберу, плату управления, реле, и соответственно я сниму видео. Вот он стоит на кухне. Так, друзья, плату установил. В режиме ожидания сейчас котел стоит. Крышку пока не поставил. Сейчас открою еще горячую воду и посмотрим старт его. Так, он запустился. Сейчас он пошел в режиме ГВС. Вышел на 100%, добавил модулятор пламени, вентилятор. Работает. Ну вот, что и требовалось доказать. Стоит летний режим. Вот так вот он на кухне стоит у нас. Ну, всем всего хорошего. Больше, больше открывайте. О, наконец появилась горячая вода. Спасибо Вячеславу. Пожалуйста.